Hey, yo, guys, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру по названию Alias Mar. Так, у нас... Так, мышка опять. Третий мир. Давайте пойдем в эту дверь. Заперто. Не, давайте сначала сходим сюда. Что она нам скажет? Она нам вообще ничего не говорит, потому что она в крови. Ну, с этой, видите, все в порядке. А та в крови стоит. Заперто. Так, ты у нас кто? Можно, нельзя. Львам. Лев у нас. Так, это у нас что? Так, странный рисунок. Кажется, на карту похож. Ай, хай, Алиса. Алиса. Хорошая погода, а? Знаешь, чего нужно сделать? Знаешь? Да-да-да-да-да, давай поиграем. Кивнуть. Вау, да? Прелестно? Отлично. Открой тот шкаф. Открой шкаф. Так, твои руки дрожат. Так, твои руки дрожат, да? Открыть. Что, настолько страшно? Там что-то будет. Ну да, тут что-то происходит, сохранится. Поехали. Лампа. Золотые медали. Телевизор есть. Не может ничего увидеть. Значит, там, скорее всего, либо грязно, либо туман. Книга с надписью «Матушка Гусыня». Полистать страницы. Янки Дудль. Янки Дудль к вам верхом приезжал на пони. Шляпу прыгнул с пером. Звал он Макарони. Много шляп и одежды. Нифига себе тут дом. Так. Единица красная, а все другие черные. Только единица красная. Единица обратно это 6. 3 обратно это 4. 2 обратно это... Буквы смазаны. Подождите. Единица красная. А все другие черные. Только единица красная. Единица обратно это 6. 3 обратно это 4. 3 обратно это 4. Ну я понял принцип. 3 обратно это 4. 2 обратно это 0, скорее всего. Буквы смазаны. Так. Перьевая ручка. Множество книг, трудных для чтения. Идемте далее. Сохранить. Тут что-то очень много всего, куда можно пойти. Заперто. Во! Это что? Дыра какая-то. По каким-то причинам ты не можешь пройти дальше. Ладно, пойдемте сюда. Не беда. Подобрать. Получен осколок. Обратно, обратно, вперед. Сзади, спереди, спереди, которая. 1, 4, 6, 2, обратно, 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 обратно. 6. Обратно не знаю, обратно. Так, 14.62. 1, 4, 6, 2. Обратно, 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 обратно. Сказать ему. Обратно. Так, что он говорил? 1, 4, 6, 2. Это значит 6. Так. 1, 4, это 3. 6. 2 это 5. Обратно, обратно, обратно. 1, 4, 6, 2, 6, 3, 1, 5. Возьми это. Получен кусочек страницы с блокнота. Луна упала. Та великая, большая, круглая луна упала. Когда я рассказал матери, она выглядела удивительной, а потом слегка улыбнулась. На самом деле, луна не сбрасывали.
Она по-прежнему смотрела на нас с неба. Но мне нравилось, как мама делала свое лицо. Так что я все говорил ей вещи такого рода. Я видел больше говорящую ящерицу, я видел летающего старика-соседа, я видел кошку, плавающую в озере. Каждый раз, когда я говорил что-то, мама очень удивлялась, а потом немного смеялась. Но она постепенно перестала смеяться. После этого она перестала смотреть на меня. Но двери открылись. У него есть борода. О, там меч какой-то. Потрясающе. Плюсик. Так, различные книги. Ох, Аллен. Блин, заставил меня аж подпрыгнуть. Нет, ничего не заперто. Все двери широко раскрыты. Учитель? Не знаю. Я хочу спросить, сон ли это, но... Может быть, верно? Выглядит как мой дом, но значительно меньше. Да, в последнее время у меня был такой же сон, кучу раз. Но вокруг него... Но вокруг никогда, так что я просто сидел здесь один. Но приятно увидеть тебя здесь, Аллен. Пойдем-ка куда-нибудь. Кто знает, возможно, мы найдем кого-нибудь еще. Что? У тебя за вид? А, прости. Я пойду за тобой, Аллен. Со мной везде хорошо. Спасибо. Так, сохранить. Что ты смотрел? Хочешь поиграть? Хотя это займет где-то 5 часов. Нет, не хочу, значит. Мужик наоборот. Обратно, вперед, сзади вперед, однако, да-да. Что нужно этому парню? Не знаю, это просто мужик. Вверх наоборот. Ну так, это подсказка. Так. Это мы все видели. Теперь нам нужно обратно, да? Мы же наверх, да, теперь, скорее всего, можем пойти. Что такое? Что, не можешь подняться здесь? Ты не можешь подняться по лестнице, Аллен? Что за вид у тебя? Это была шутка? Сохранить. Пойдемте, давайте с левой стороны. Это что, не двери? Ладно, кошак. Ба-ба-ба, кила, ба-ба-ба, дэци, ба. На полке есть немного места. Заперто. Пусто. По каким-то причинам ты не можешь подняться дальше. Ты не можешь прочитать это. Я родился не здесь, знаешь ли. Правда, я был здесь, когда это было. Но я предполагаю, это язык той страны. У людей из разных стран разные волосы и глаза, даже еда. Это довольно круто. Глаза учителя черные. Интересно, где он родился? Так, у нас есть там шкаф остается, да? Шкаф, пойдемте в шкаф. Внутри ничего. Отлично. Знаешь, можно идти сюда. Шарики для пинбола? Аллен, давай сыграем в русскую рулетку. Хорошо. Не волнуйся, это игрушечный пистолет, который я модифицировал. Боль от него как от тычка в лоб. В одном из 6 цилиндров это самодельный шарик. А теперь, Аллен, ты начинаешь. Сколько выстрелов ты сделаешь? 1. Хорошо, запомни это. Я сделаю 3. Понесло. Пронесло. Вы черт.
Ох, очень плохо. Ты говоришь, что я знал, где он был, потому что это я клал его. Нужно было сказать это до того, как ты выстрелил. Блин, а чё ты это? Книги трудные для чтения. А, здесь учитель? Аллен и Джошуа? Я знаю, что постоянно говорю тебе это, но не мог бы ты перестать бить меня по бедру такой силой? А, ну... Вы никогда не заметили... Не замечайте меня, если я не сделаю это, учитель. Ух! Только не в какой-то бок. В любом случае, почему вы здесь? Я не имею в виду, полагаю, что во сне может случиться все, что угодно. Это не совсем сон. Лично я удивлен тем фактом, что Аллен здесь. Оставайтесь здесь, даже не двигайтесь, если это возможно. Не ходите никуда дальше этого места. Я скоро оставлю вас, так что будьте осторожны. Что это? Клочок бумаги? Он был в кармане учителя. Что за взгляд? Учитель был будто в полусне. Я отлично говорю тебе. Плюс я заметил его на игрушечного паука. Заменил. Ты хочешь это? Парень, ты сраный. На. Получен кусочек. Однажды я сказал, что отец остыл, пока спал. Мама удивилась сильнее, чем удивилась раньше в течение долгого времени. Очень удивилась. А потом она очень разозлилась. Но я не остановился. Почти ежедневно я говорил, что отец остыл. Она каждый раз удивлялась и каждый раз злилась. Мне нравилось это. Потому что она говорила со мной только тогда, когда удивлялась. Чувак... Что за черт? Если это не сон, то что это? Я никогда не понимал, что происходит с учителем. О, да. Скажи, может быть, я просто идиот? Аллен? Так, отличненько, побежали дальше. Ну, здесь у нас нихера ведь, да? Просто шкаф. Не нужно открывать его. Не открывай его. Ничего, просто... Что напугало тебя? Не нужно открывать его. Окей, не будем тогда открывать его. По каким-то... Мысли. Так, что-то изменилось? Я могу в Тетрис. Хочешь поиграть? Конечно. Ну, это понятное дело, что это просто Тетрис, мини-игра встроена. Игра кончена. Все отлично, пойдемте отсюда. Заперто? Странно, раньше была открыта, почему она закрылась? Не люблю думать. Аллен, бери инициативу на себя. Барашек. КГДМДМ. КГДМДМ. Либо... Подождите. Д, значит. Говорит сказать ему букву, которая соответствует знаку вопроса. Я не просто отлично могу понять его. Во всяком случае, все в твоих руках. Отлично. Пакилаба. Ну, в принципе, по идее, должна быть буква Д, да? Но. Да, скорее всего, будет буква Д. КГД. Если он говорит за у нас именно гигабайты, байты, децибелы, мегабайты. Да, баба. А, ё-моё. АСФЯ. Ну, а, по идее. Бар. Говорит, это неправильно. Может, здесь
поменялись буквы просто. Либо шифровка какая-то. Допустим, ладно. По идее, я. Давай. Будет это неверно. Да ладно, F что ли? Что-то я немного не врубился. Почему S? Говорит, ты прав. Почему это S? О, понятно, длина. Я знал, что ты умный, Аллен. В смысле длина? Вчера не понял. Ну ладно. Заперто. Ну, она же все равно заперта. Ты открылся. Замок открыт. Хваталка получена у нас. Чувак, я помню эту вещь. Раньше я пользовался этим, чтобы бросать сверху змеиную кожу и всякое такое. Полка? На полке есть немного места. Торт. Вы не можете его есть руками. От крема они все будут липкие. И наша одежда испортится. Кровати. Вы видите, что-то застряло под кроватью. Использовать хваталку. Получена синяя книга. Тогда ложим книгу сюда. На полке есть место, да, поставить книгу. Так, идеально подходит. Открылась наконец-то дверь, походу. Заперта, в смысле? А что открылось? Ты открылся? Тут замок открыт. В этой кровати что-то есть. Эй, не перемешай это. Знаешь, что я имею в виду? Есть вещи, которые должны быть у каждого мужчины. Хорошо, сохранимся. Заперто. А что открыто? Стоит, здесь это было все. Так, полки забиты книгами. Множество книг. Полностью забитые книгами. Немного болтается. Снять картину можно было бы оторвать. За ней две маленькие вилки. Эй, мы можем есть торт ими. Возьми одну. Получена маленькая вилка. Торт. Есть. Ты почувствовал головокружение. У тебя клочок бумаги в кармане. Получен кусочек страницы с блокнота. Я был заперт в своей комнате. Я имею в виду, у меня было ТВ, и у меня были игрушки. Но это было по-другому. Конечно, было верно. Они смотрели на мою сестру и брата, но не на меня. Если бы пауки и лягушки могли говорить, я бы так и не скучал. Да, я был другим. Почему? Почему же? Вау, вау, вау. У тебя странное чувство. Заперто. Начнем, как обычно, с левой. Уходим отсюда. Заходим. Уходим. Заходим. Уходим. Заходим. Уходим. А где светящаяся О, вижу. Получен кусок. Так, ладно, давайте тогда с этой двери начнем. Смотрит в твою сторону. Что это хотя бы? Заглянуть внутрь. Не обращать внимания. Заглянуть внутрь. Глаз. Красный глаз какой-то. Развалится на части. Так, сундучок какой-то. Который не открывается. Ничего. Заглянуть. Красный, желтый. Красный, желтый. Зеленый. Красный, желтый, зеленый. Синий. Так, ты не можешь прочитать это. Разваливается на части камин.
От этого жуть берет. Гадость. Голубые глаза. Ой-ой-ой-ой. Стоять. Это мне нужно было запомнить. Голубые глаза смотрели вправо, если я не ошибаюсь. Нет, неправильно, значит. Хорошо. Куда же вы тогда смотрели? А, влево. Это значит... Понятненько. Все. Налево. Красные глаза у нас смотрели вправо. Так, ладно, голубые глаза налево. Красный вверх. Налево. Красные глаза вниз. В смысле, на меня зеленые смотрели. Ладно, еще раз. А тебя. Зеленые глаза. Вверх тогда. Желтые глаза. Направо. Не смотри. Эй, держись подальше от этого. Отвратительно. А что это хотя бы? Пойди, это глаза, что ли? Ключ, взять его. Получен ключ мира. Тут также кусочек бумаги. Получен кусочек страницы из блокнота. Отец остыл, на самом деле. Я говорил маме, но она не верила мне. Она больше не верила ничему, что я говорил. Прошло некоторое время, прежде чем они... Чем мои... мой брат или мои... Почему мои... Мой брат и сестра заметили, что... Заметили и, наконец, признала. У нее было такое лицо, какое я никогда раньше не видел. Лицо, которое я не хотел увидеть. Это не было удивлением или злостью, или улыбка, или смех. После того дня мама перестала говорить что-либо. Она просто молчала, холодно, смотря куда-то. Чувак, у меня какое-то странное чувство. На самом деле я чувствую себя расстроенным, будто мне не хватает чего-то. Но я не знаю, чего мне не хватает. Аллен, у тебя есть что-нибудь, что ты боишься потерять? Ох, прости. Конечно, темно, но в своем роде облегчение. Так, предполагается ли, что тьма будет утешением? Не знаю. Смотреть в твою сторону. Подожди. Ох, я на самом деле не хочу, чтобы ты туда входил. И сам входить не хочу. Ты пойдешь? Правильно. Ну тогда что дальше? Не, ну давай зайдем. Войти. Хорошо. Щелчок. Треск. Хорошенько, дельце получилось. Я говорил тебе, не так ли? Эй, Алиса. Не обращай на меня внимания, да? И тебе что, любопытно, что там висит за кукла? А, кукла? Нет. Это мама. Это моя мама, верно? Нет, это не так, не так. У мамы не такие глаза. О, ну тогда какие? Скажи мне, почему нет? Что? А? О боже. Это не моя мама. Это не она. Потому что тогда то, что я сказал... Сказал, что взгляд был... Но мама, она... Он как черный стал таким поникшим. Это не так, да? Это неправда. Почему? Ты так смотришь на меня. Почему? Я должен был видеть это. А теперь что насчет этого? То, что случилось тогда, и такой результат, это все твоя вина, не так ли? Как ни посмотри, ты не найдешь ни одной причины, почему ты не виноват.
И поверь мне, опускаться до... Если бы я только... Просто пустая трата времени. Прекрати это. Прекрати. А, эх, если ты так говоришь, попробую... Так, попробуем тебе. Получен кусочек. Мой старший брат хорош в футболе, моя старшая сестра умная. Но я ничто. Я ничто, но я говорил, что я что-то. У меня ничего нет, но я говорил, что есть. И мне было так грустно после этих слов. Достаточно скоро я уже и не знал, что у меня было и чего не было. Не имея значения, что я говорю, это может только ранить кого-то. Но я все еще... Не знаю. Слишком размыты. Я не знаю такой никакой сказки на самом-то деле, но я понял. Типа, его мать повесилась, он это увидел. Ладно, давайте на этом закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока!